Вручение паспортов юным жителям округа стало уже доброй традицией. Ребята, достигшие 14-летнего возраста, получают самый важный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Я думаю, что этот документ нужен, чтобы удостоверить мою личность. Вручение паспортов в торжественной обстановке в Звенигороде проходит не впервые, но впервые участие в церемонии принимает глава Одинцовского городского округа. Андрей Иванов посоветовал ребятам бережно относиться к паспорту и помнить, что вместе с документом они получили не только права, но и обязанности. Это еще одна новая традиция, она очень нравится родителям, потому что даже если вот брать наше поколение, мы в такой обстановке не получали паспорта, это была какая-то рутинная процедура в паспортном столе, и этот момент у нас в жизни смазался. Вот те, кто получает в торжественной обстановке с вот таким четким проявлением государственности и заботы государства о детях. Я уверен, что эти дети не забудут этого момента и будут рассказывать об этом и своим детям, и внукам. Церемония прошла в местном доме детского творчества. Для участников была проведена викторина. Ребята отвечали на вопросы, связанные с государственными символами Российской Федерации. Также юные жители Звенигорода отгадывали тематические загадки и вспоминали патриотические литературные произведения. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».